Кондиционер серии Tiger – это визитная карточка и флагман бренда Lisar. К сезону 2023 года бренд представил модель Tiger в абсолютно новом исполнении. В характере этого кондиционера быть первым, а первый не такой, как все. От других моделей его отличает футуристичный дизайн внутреннего блока, уникальная форма жалюзи и функционал нового поколения. Этот кондиционер позволяет настроить скорость вращения вентилятора с шагом в 1%. Теперь на выбор доступно 100 скоростей. Такого еще не было. Tiger меняет представление о том, каким может быть современный кондиционер. Но кое-что остается неизменным. Это высокая энергоэффективность и экологичность моделей серии. Сегодня вы узнаете все о новых возможностях кондиционера Tiger. Мы покажем вам, на что он способен и как им управлять. Начинаем. Это Виктор. Он недавно установил себе кондиционер Tiger. Виктор руководит компанией, которая занимается переработкой пластика, алюминия и другого вторичного сырья, которое люди тоннами выбрасывают каждый день. По его мнению, умеренное потребление ресурсов приносит человеку радость и делает жизнь более осмысленной. Добавить несколько полезных эко-привычек под силу каждому. Например, разделять мусор и использовать многоразовые сумки вместо пластиковых пакетов при походе в магазин. И это совсем не значит, что нужно отказаться от благ цивилизации. Ведь сегодня есть умная и экологичная техника для дома. Смотрите сами. Инверторный кондиционер Tiger обладает безупречной энергоэффективностью. Это наивысший сезонный класс А с тремя плюсами для режима охлаждения. Для режима обогрева класс А с двумя плюсами. Компрессор этого кондиционера, а также вентиляторы наружного и внутреннего блоков способны регулировать интенсивность работы, подстраиваясь под текущую задачу. Эта технология называется Full DC Inverter. Она позволяет сплит-системе Tiger расходовать электричество с максимальной пользой. В режиме охлаждения можно с пульта активировать энергосберегающий режим ЭКО или понизить общую мощность кондиционера в режиме ГИР до 75 или 50%. Что еще делает кондиционер Tiger экологичным? Конечно, хладагент R32, которым заправлены модели серии. У него небольшой потенциал глобального потепления. Он почти в 3 раза меньше, чем у хладагента R410A. Кроме того, у R32 высокая энергоэффективность и низкий расход. Про кондиционеры часто говорят, что они позволяют создать в помещении персональный микроклимат. Tiger – модель, которая действительно создает атмосферу по индивидуальному запросу. Температуру на пульте можно задать с точностью до 0.5 градуса. Минимальное значение, которое можно выбрать – 16 градусов, а максимальное – 30 градусов. У кондиционеров Tiger супертонкая настройка интенсивности вращения вентилятора. Доступно 100 скоростей, тогда как у обычных сплит-систем их всего 5. Жалюзи имеют принципиально новую конструкцию. Они имеют форму цилиндра и способны вращаться на 180 градусов вверх и вниз. Это дарит широкие возможности управления потоком воздуха. В специальном режиме Breeze Away можно направить воздушный поток в сторону от себя. Либо резко вверх параллельно потолку, либо вниз вдоль стены. В этом случае прохлада будет мягкой, освежающей. Также есть возможность выбора 5 углов наклона горизонтальных жалюзи. А настройка положения вертикальных жалюзи дает возможность выбрать, в какую часть комнаты будет направлен поток воздуха. В своей работе кондиционер может быть почти беззвучным. Минимальный уровень шума внутреннего блока – всего 21,5 дБ. Поэтому его можно установить не только в гостиной, но и в детской, спальне или рабочем кабинете. Встроенный модуль Wi-Fi открывает полную свободу управления кондиционером, где бы вы ни находились. Задайте желаемые параметры климата в мобильном приложении, и кондиционер создаст комфорт в доме к вашему приходу. Настенный кондиционер неизбежно становится заметным элементом интерьера. Обратим внимание на дизайн новой модели Tiger. Red Dot Design Award – престижная награда в области дизайна потребительских товаров. Работы, отмеченные этой наградой, выставляются в музее дизайна Red Dot в городе Эссен, Германия. Кондиционер Tiger от Lisar был отмечен знаком Red Dot. Его дизайн характеризуется эстетичными закругленными краями с металлизированным обрамлением по бокам. Особая форма боковин создает эффект легкости.
кондиционер как будто не висит на стене, а парит в воздухе. LED-дисплей расположен справа. Температура на нем отображается с точностью до половины градуса. При желании его всегда можно отключить. Крышка лицевой панели открывается с помощью защелок с двух сторон, на которые просто нужно нажать. Вы всегда можете получить быстрый доступ к сменным фильтрам и электронной плате. В комплекте стильный пульт управления. У него крупный дисплей с подсветкой и удобные кнопки. У кондиционера Tiger немало возможностей, но он очень легок в управлении. И сейчас я расскажу подробнее о функционале сплит-систем Tiger от LeSabre. От кондиционера мы в первую очередь ждем эффективного охлаждения. Модели Tiger рассчитаны на работу на холод даже при аномальной жаре за окном до плюс 50 градусов. Но этот кондиционер также может служить в роли экологичного обогревателя. Tiger можно включать на обогрев до минус 15 градусов на улице, и он затратит значительно меньше электричества, чем обычный обогреватель. Режим вентиляции обеспечит циркуляцию воздуха в помещении, а режим осушения понизит уровень влажности. Но вы всегда можете просто выбрать режим авто, задать комфортную температуру, а все остальное Tiger сделает сам. Для того, чтобы кондиционер получал максимально точные данные о температуре рядом с вами, активируйте функцию Follow Me и положите пульт недалеко от себя. Тогда кондиционер будет ориентироваться на данные с температурного датчика в пульте. Для режимов охлаждения и вентиляции доступна функция каскад. Система будет сама регулировать углы наклона жалюзи и скорость вентилятора, чтобы создать объемный воздушный поток и равномерно охладить все помещение. Вы можете выбрать направление каскада – вверх или вниз. Активируйте режим турбо, чтобы достичь желаемой температуры как можно скорее. Встроенный ионизатор позаботится о чистоте воздуха. Отрицательно заряженные ионы нейтрализуют бактерии, вредные примеси и мелкие частицы пыли в воздухе. В специальном режиме комфортного сна Sleep кондиционер работает существенно тише и потребляет меньше электроэнергии. У этого кондиционера есть полный комплект систем защиты. Это обеспечит его долгую и стабильную работу. Функция контроля количества хладагента и датчик утечек снижают вероятность перегрузки компрессора. Функция авторазморозки предотвращает скопление льда на теплообменнике наружного блока в режиме обогрева. Функция самодиагностики обеспечивает кондиционеру постоянный контроль над своими системами. Если происходит что-то требующее внимания пользователя, на LED-дисплее отобразится специальный код. Новые кондиционеры Tiger полностью соответствуют своему гордому имени. Невероятно тонкие настройки скорости вентилятора и новаторские жалюзи дают возможность создать персонифицированный микроклимат. А дизайн кондиционера порадует эстетикой в ее современном прочтении. Сплит-системы Tiger экологичны, с ними вы живете в гармонии с природой. Ссылки на страницу серии Tiger и инструкцию пользователя я оставлю в описании к этому видео. Подпишитесь на канал Академия Климата. Вас ждут новые обзоры и полезные видео. Следите за нашими новостями в Telegram-канале. С вами был Алексей. Увидимся!